Всем привет, ребята! С вами канал Владелец Аквариума, и я Дима. А за моей спиной стоит аквариум. Я доволен как слон, что наконец-то он уже у меня дома. Вчера его думал сначала сам затащить, думал, что там 53 килограмма. Сейчас возьму его, как тумбу какую-нибудь затащу. Хорошо, что не стал пробовать. Спасибо другу, который мне помог. Вот. Сейчас жду тумбу, когда же она приедет. По аквариуму, напомнюсь, аквариум 1 метр в длину, 50 в ширину, 43,5 в высоту. Почему 43,5? У производителя просто был такой кусок стекла, он мне позвонил, попросил, что можно сделать из такого. Ну, я согласился, для меня это не критично. Вот. Стекло обыкновенное, как вы видите, это оно с зеленцой, но для меня это тоже не критично. Оптивайт будет, скорее всего, в следующем проекте, и это будет не скоро. Вот. По самому аквариуму. В нем не вклеены ребра жесткости, они лежат отдельно, продавец мне их прислал и вместе с силиконом. Мы договорились с ним так, что если вдруг я обнаружу какой-то критический прогиб переднего стекла, я вклею сам. Надеюсь, этого не произойдет. Вот. Ну, давайте я сейчас вам покажу поближе аквариум, швы и задам пару вопросов. Вот. Итак, вот он аквариум. Сейчас я включу свет, чтобы можно было. Торцы аквариума не полированные, а просто шлифованные. Почему-то не фокусируется. Фокус, где ты? Ага, вот. Но, тем не менее, гладенькие. Мне нравится. Вот. Шов аккуратный, ровненький. Вот. Я не пожалел, что я заказал с черным силиконом. Хотел сначала с белым, но в последний момент передумал. Вот. Вот ребра жесткости. Они такие вот тоже аккуратные, со скругленными краями, силикончик. Ну, надеюсь, не нужен будет. Вот. И такая подложка. Вот. Подложка, наверное, пятерка толщиной. Скажите, ребята, кто разбирается в этих подложках под такие аквариумы, хватит ли такой толщины? Вот, если нет, то еще не поздно, я поеду, куплю потолще что-нибудь. Вот. Собственно, все. Вот показал вам аквариум. Ждем тумбу. В следующем выпуске уже, наверное, будет обзор тумбы под него, установка. Ну, а дальше запуски, самое интересное. Поэтому ставьте ваши пальцы вверх. Кому понравилось, подписывайтесь на канал, кто здесь гость. И задавайте ваши вопросы, оставляйте ваши комментарии. Всегда рад с вами пообщаться. На сегодня все. Всего доброго.